Если вы еще не знакомы с этим блюдом корейской кухни или используете в качестве основы только традиционную пекинскую капусту, очень рекомендую взглянуть на этот несложный и очень классный вариант. Спешу поделиться с вами идеей, как приготовить кимчи с огурцом. Рекомендую взять длинные тонкие огурчики, чтобы их удобно было нарезать и фаршировать. Что касается начинки, тут вы, конечно, можете немного экспериментировать. Еще один совет для тех, кто впервые делает эту закуску, используйте перчатки. Это может вам уберечь кожу от остроты перца. 1. Первым делом вымойте огурцы, натрите солью и оставьте минут на 5. После промойте еще разок, обсушите и нарежьте вот такими кусочками. Сделайте надрезы для начинки. 1. Первым делом вымойте огурцы, натрите солью и оставьте минут на 5. После промойте еще разок, обсушите и нарежьте вот такими кусочками. Сделайте надрезы для начинки. 3. Тем временем можно заняться начинкой. Измельчите перья зеленого лука и чеснока. 4. Соедините с перцем, измельченным чесноком и имбирем, рыбным соусом, сахаром и водой. Тщательно перемешайте. 4. Соедините с перцем, измельченным чесноком и имбирем, рыбным соусом, сахаром и водой. Тщательно перемешайте. 5. Аккуратно наполните полученной начинкой огурчики. Выложите в удобную форму и оставьте на 8 часов мариноваться.